Город Цивильск и село Батрево одержали победу в республиканском конкурсе «Огни Чувашии». В смотре на лучшее световое оформление улиц принимали участие 20 муниципалитетов. Члены жюри оценивали нестандартные подходы и оригинальные композиции. Лидерам конкурсного отбора вручат дипломы правительства республики. Световыми инсталляциями в районах украшали жилые дома, фасады магазинов и памятники. К созданию праздничной атмосферы подключились и жители. На парк много развесили снежинок светящихся, тоже искали. Одной из проблем было именно найти в наличии в городе те или иные элементы благоустройства. Было закуплено очень много метров гирлянд и на Большое кольцо, на трассу М7, где, в принципе, очень большой поток машин, и люди проезжают и видят вот эту красоту. Мы обратились и к предприятиям города, которые тоже откликнулись и вместе с нами наряжали свои здания, что, естественно, сказалось на результатах конкурса.